Добрый вечер, друзья. Мы вместе с вами снова в Туле. Здесь продолжается домашняя серия матчей для команды АКМ. И сегодня у нас очередной соперник. И это команда «Сокол» из Красноярска. Петров, неудачное остановление Шалагину, но шайбу удалось сохранить. Но Петров на Афанасьева. Петров, бросок и шайба в воротах. Но мне кажется, там все-таки было подставление. Если оно было, то эта шайба будет записана на Александра Ловцева. Кожухов шайбой. Налево. Еще пас и бросок Ильи Кожухова. Это гол. И «Сокол» сравнивает счет. Таким образом, Илья Кожухов 1-1. Бросок по воротам. Ну, вот Мокина и прилетела шайба как раз. Снова ее подобрал Шалагин. Еще бросок. Теперь уже Сафин Трегубов принимает на себя. Потом забивает Мокин. А потом Мокин реализует большинство. И это 2-1 в пользу АКМ. Оба гола сегодня у Туляков. Голы в формате 5-4. Теряев, Шалагин. Ну, сам здесь выезжает с броском и попадает точно. Никонцев. Вот он получает шайбу. И не получается бросок у Анатолия. А потом Смирнов пытается уже так завести шайбу мимо Пастуха с одной стороны, мимо Пастуха с другой стороны. Там, ну, с этой стороны-то уже и Шипов помогал все-таки вратарю. Это гол. Это гол. Это 3-2. Это 3-2. «Сокол» одну отыграл. Соперники пришли к этому итоговому результату со счетом 3-2 в пользу АКМ.